Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера от японской компании Lucky Craft, модель LC1.5. Данный воблер является крэнком. Имеет длину он 60 мм и вес 12 грамм. Но это так заявляют производители, фактически весы у меня показали 11,1 грамма. То есть чуть поменьше, чем это указано на упаковке. Воблер выглядит вот таким вот образом. Приманка достаточно объемная, имеет округлые бока. Как можно видеть, ширина у воблера уменьшается к хвостовой части. В голове крэнка установлена достаточно компактная, но широкая лопатка. Длина лопатки составляет 15 мм и располагается она под углом примерно 40 градусов. Ну и данный крэнк способен заглубляться до 1 метра. В передней петле установлено вот такое вот заводное кольцо овальной формы, которое рекомендую сразу же снять. Оснащен крэнк двумя тройниками. Обратите внимание, что тройники достаточно крупные, мощные, имеют темное покрытие. Тройники очень острые и качественные. Воблер абсолютно тихий, на проводке не издает никакого звука. То есть бывают моменты, когда, к примеру, щука лучше реагирует на бесшумные приманки, и вот как раз вот LC1.5 будет как раз вот отличным предложением для щуки в этот момент. Воблер выпускается в большом количестве расцветок, их более 80. Есть как различные естественные, натуральные расцветки, так и яркие, кислотные. У меня приманка представлена вот в такой вот достаточно новой расцветке, не так она давно появилась. Цвет расцветка имеет номер 274, называется Shin Ton Jill. То есть под такого вот мертвого окунька. Приманка на проводке имеет активную частотную игру. Так как воблер плавающий, то во время паузы он всплывает. Основные базовые проводки с данным крэнком — это, конечно же, равномерная проводка, ну и проводка Stop & Go. Воблер Lucky Craft LC1.5 разработан для ловли басса, но в наших условиях приманка прекрасно подойдет для ловли разнообразной хищной рыбы. Ну, в первую очередь, это, конечно же, щука. Ну и крупный окунь, да и другая хищная рыба также не пропустит данный крэнк. Приманка сделана очень качественно. Приобрести данный воблер можно на fmagazin.ru. Ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!